В администрации Великого Новгорода прошло совещание по подготовке многоквартирного жилищного фонда к отопительному сезону. Особое внимание было уделено ситуации с долгами за потребленные ресурсы. К отопительному сезону готово более 74% многоквартирных домов города. Что касается социальных объектов, то их на совещание обошли стороной. Не пришел докладчик. Культурные учреждения готовы наполовину. На 50% уже все выполнены работы. И продолжаются работы в течение августа и сентября месяца. И в течение третьего квартала все работы будут завершены. Никаких проблемных моментов в наших учреждениях не существует. О наболевшей проблеме вновь заявили поставщики тепла. Дело в том, что отдельные управляющие компании аккумулируют средства жильцов на своих счетах. Таким образом, долг перед тепловиками составляет уже порядка 90 миллионов рублей. Данная ситуация недопустима. Поэтому, если данная ситуация будет складываться и в дальнейшем таким образом, мы будем вынуждены обращаться в контролирующие органы по поводу того, куда же расходуются данные денежные средства. Тут должно быть четкое понимание. А. Долги надо платить. Б. К зиме надо готовиться. Поэтому у меня вам настоятельная рекомендация и просьба. Если в течение недели реакции никакой не последует, мы будем, так сказать, активизировать процесс стимулирования управляющих компаний. Обсудили ситуацию вокруг многоквартирных домов, где сейчас идет капремонт систем отопления. Их жильцы опасаются, что работы не успеют завершить в срок. Напомним, полностью подготовить многоквартирный жилищный фонд к отопительному сезону необходимо до 15 сентября. Вице-мэр Павел Морозов поручил коллегам взять список таких домов на контроль администрации. Максим Петров, Сергей Корнев, новости, Новгородское областное телевидение.